Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в Криминалочку на сфере Родина, ролеплей Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте отменить при регистрации. Итак, сегодня мы попробуем купить себе новую тачку. Я не знаю, блин, мне как-то жалко на самом деле мотик продавать. Я не уверен, что я найду достойную замену этому мотоциклу какой-то машиной. Потому что мотик — это уникальная тема, блин. И, блин, на нем по кайфу, я на нем и на Слендера ездил охотиться, блин, и вообще охуенная тема, мотик, пацаны. Не знаю, либо кому-то его продать, либо слить его в ухоз. Я его купил за 150 тысяч, не знаю, смогу ли я за 150 тысяч его снова продать, потому что я без понятия, какие тут цены вообще. Поэтому сейчас едем, продадим рыбу, кстати, я поворот проехал. Я проехал поворот, поэтому давайте здесь свернем. Продадим наконец рыбу, которая у меня уже, точнее, две черепахи, которая у меня уже две недели, короче, валяется в инвентаре. Надо ее продать. Она нам как бы не нужна. Так, погода изменилась. Так, давайте я... Блин, вот этот Мерседес вообще по кайфу, я все купил такой. Что-то чувак либо из игры вышел, либо его кикнул, я так и не понял. Так, давайте. Вы взяли комплексный обед, ага. Так, черепахи, да, черепаха, 126 тысяч, ну почти 1.8, короче, у нас, Так, погнали. Просто погнали. Так, же будет гонка просто века, так, просто с места, блядь, он неправильно поехал. Мы его сделали, блин, мы его сделали по-любому. Филе беру, Что у нас, блин, у нас, по-моему, уже зеленый цвет был. Почему такой? Что за прикол? Я же фэмили у нас была, а не корпоратив. Ёпта. Что за херня? Надо будет изменить, короче. Кто-то, походу, кто-то из замов изменил. Потому что у нас была фэмили и ярко-зеленый цвет, Кирилл Гейм. А ты на каком? Да я еще начальные квесты даже не прошел. Я даже начальный квест не прошел, о чем ты говоришь? Блять, ну просто что-то есть в этом мотоцикле. Просто едешь, я и реально кайфую на нем. Ну спокойно едешь такой. Опачки, траля-ля там и так далее. Заебись вообще. Вот комфортно передвигаться. Вообще охуенно. Скорость, ну блин, почти 150, я думаю, нормально, хватит для новичка. Да и блин, я бы на самом деле его не продавал бы. Ну блин, у меня места нету просто. Если мы ничего достойного не найдем на рынке, там около 1.5, что... Не знаю, может другой какой-то мотик купим. Может планету найдем, кстати, а не... У нас это Юпитер, а нам нужна планета. Может и планету найдем. И я продам этот мотик и куплю планету. Чувак, дерево влетело, наверное, из-за меня. Ну, не хер так было близко ко мне ехать, конечно. Так. Опа, пролетели. Заебись. Все, едем на Бурынок и там уже продолжим. Кстати, блин, вот мне Артём подкинул неплохую идею, может какой-то внедорожник купить недорогой. Ну это, я думаю, дорого будет стоить, эта шляпа. Патриот. Он, конечно, блядь, симпатичный. Может... Блядь, чё? Щит? Это новая, типа, система такая? Нормально, бля. Чё брать будешь, хз? У меня бюджет маленький, блин. Что можно еще взять такого? Можно, блядь, забор открыть. Спасибо. Блядь, что такое дорогое? Может газель купить? О, может двинаху купить? А че двинаха? Цена 345 тысяч. Ёбаный мах. Что-то дороговато, блин. Бля, надо мотик хотя бы закрыть. На самом деле, можно было бы буханку купить для... Типа, на охоту ездить, такое. Ну, блин, буханку не такое, на самом деле, брать. А че это пятнаха, блядь, двинаха? Так. Чья... Двинашка? Чья двинашка? Так, 1.6.
1.6 за двенашку, вы ебанулись? 1.6 за двенашку, пацаны. Ёб твою налево, 1.6. Ну ладно, что делать. Так, лок. Давайте купим двенашку. Бля, спасибо тебе большое, кто, блядь, меня спил. 1.6 за двенашку, не знаю, это дорого или нет. Так, все, я продал. Так, беру двенашку. Беру двенашку. Беру двенашку, давай. Предлагай мне, короче. Так. Я не знаю, я, наверное, сейчас лоханусь, конечно. Ну, хуй с ним, в принципе. Зато двенашку куплю за такие бабки, в принципе. Покрасим потом его в цвет какой-то. 1.6. Это же семерка. Это двенашка, если что. У меня двенашки тем более не было, пусть предлагает, короче. Место у меня есть, ну. Давай купим сейчас двенашку, пацаны. За 1.6 двенашку покупаю. Нормально, что, живем. Вообще заебись. Так, предлагай, ёпта. Я жду, я же тебе написал, что я куплю. Обменом. Предлагай за 1.6 беру. Блин, я уже слил, сука, блядь, по своему мотик любимый. Давай предлагай, блядь. Заебало, ёпта. Обмен только купи, бичкар. Блядь. Ты не могла нахуй раньше сказать, ёб твою маковку, блядь. Пиздец. 3 кака, я ебу. Бичкар, где тебе возьму, ёб твою налево. Не, газель 300 тысяч стоит, блядь, дороговато нахуй. Блядь, ты не могла раньше сказать, что обмен, ёб твою налево. А сколько за максимум, можешь продать? Сколько максимум можешь продать? Да, блядь, дети возьму, бичкар, ёпту налево. Пиздец. Блядь, что-то я подумал, может нахуй эту двенашку за 1.6, вот аппарат нормальный. Так, беру. Конечно, настоковая по-любому, но похуй. Не знаю, я хочу себе газель. Я ебанут, нахуй я газель покупаю. Ну, похуй, пацаны, похуй. Газель это тоже нормальная тема. Хотя, мне кажется, это в Атасоне можно купить, да? Скорее всего. 250 тысяч, ну похуй, чё, беру. Какая мадамка, блядь. Так, сток 250. Ну давай, ёпта, куплю, чё. Похуй. Ничего страшного, мне есть где деньги брать, поэтому. Вот такие вот дела. Так, нужно поехать её перекрасить. Так, заводись, кусок машины. Так, поехали, всё. Пиздуйте, двенашки, блядь, за 1.6. Ну, вот это аппарат, газель, блядь. Как батя, блядь. Говорил, газель ебать прёт нахуй. Давай, ёпта, проедь нахуй, пиздец. Алло, ша. Проедь, блядь. Спасибо. Всё, газель стоковая у нас. Блядь, твою нахуй дивизию. Чё ты, блядь, сука, прыгаешь нахуй под колёса? Блядь, какие же, блядь, пиздец. Просто пиздец, реально, на холодец. Это просто пиздец. Так, нужно нашу новую покупочку покрасить, потому что, ну, блядь, надо, чтобы привлекать внимание. Так. О. Так, ща покрасим, чтобы будет у нас супер тачка, блядь. Я отвечаю. О. Вот это стиль бешеный просто. Я, мне кажется, заебись вообще. Хотя можно попробовать стиль 156, оно. 156. Блядь, 156.1. У вас нет баллончика с краской, блядь. Ладно, пошлите купим баллончик с краской.
Так, продолжаем наши покрасочки, короче, так. Баллон, 156. Иди, моя газель, блядь. Так, хас. Найти. Охуенно, блядь. Просто заебись. Ну что ж, думаю, на это будем заканчивать, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.